Приветище! Это платформа номер 8, и сегодня нас ждет увлекательная головоломка на внимательность от разработчика выхода номер 8. Что странно, мы видим чувака как бы в отражении, а себя я не вижу, я не существую. Это галлюцинация, это сон, да? Или я вампир просто на все, не понимаю. Чувак, ты смотри, какой знакомый! Я же сказал, да, что это... Ой, я присел. Я присел рядом с чуваком, сижу. Почему-то на Ctrl это приседать. Ладно, я понял. Но я не хочу с ним сидеть. Короче, это чувак, тот же чувак, которого мы видели в тоннелях выхода номер 8. В переходе, точнее, не в тоннелях, в переходе. Он нас преследовал постоянно. Он то вырастал, то уменьшался. Обалдеть. Короче, смотри, везде восьмерки. Выход номер 8, платформа номер 8. Эта цифра имеет важное значение в этих играх, поскольку восьмерка, если ее перевернуть, получается символ бесконечности, то есть зацикливания, что и присутствует в этих играх. Как бы головоломка на внимательность, если ты невнимателен, то ты, собственно, попадаешь в цикличность и не сможешь отсюда выбраться. Ага. Что написано? Пожалуйста, проверяй табло. Перед входом, перед выходом, или что? Вот это табло, что ли? Тут больше табло-то я не вижу. Рекламка вон какая-то. Тут все на непонятном языке. Next Ryzen. Ryzen. У тебя Intel или Ryzen? Ладно, пойдем, короче. Здесь та же система, наверное, что и в переходе, в выходе номер 8. Нужно быть внимательным, все запоминать. Чувак сидит, как бы... Он преследует меня, да? Он в пешеходном переходе был. Пешеходном. Фу, блин, что я несу? В переходе он, короче, был. Здесь сидит рядом со мной. Мне уже страшно. У меня уже мурашки побежали от этого психа. И причем он тыкает в выключенный телефон. У меня все игры в последнее время, что в VR, там тоже в выключенный мониторе смотрели, что здесь в выключенный телефон. Это настораживает. Это... Либо я что-то не вижу, либо у меня... Дальтонизм, как это сказать, когда ты ни черта не видишь, слепой дальтонизм. Ну, в общем, да. Что здесь нужно запоминать, наверное? Что тут написано? Next Ryzen, если есть, это следующая станция. Мы очень едем долго до следующей станции, да. Надо, наверное, картинки запоминать, как и в предыдущей игре. Логика такая или нет? Как ты думаешь? Пока что... Опа! Чувак с лупой, постера этого не было. Ну, допустим, ладно. А что мне здесь делать? Мне надо развернуться, наверное, идти в другую сторону, да? По аналогии с прошлой игры. А, закрыто? Все, я... А почему я обратно-то не могу выйти? А как быть тогда? Чел, а почему он там сидел, он тут сидит? Это... Тебя клонировали, что ли? Посадили в каждый вагон? И вообще, сколько здесь вагонов? Ну, хорошо. Обратно мы выйти не можем, значит, идем только вперед. Опа. Не двигайся, когда выключен свет. Девочка, стрёмно. Она такая милая, но в то же время так подскочила, что я обосрался почти. Но от ее милоты я еще не обосрался, так что, как бы, пока нормально. Каждый раз, когда я просыпаюсь, я сижу. Ладно, да. Ну как бы, а чё? А ты должен стоять или лежать? Тебя только что напугали. Конечно, ты сидишь в обморочном состоянии. Ну, побежали, чё? А как девочку ту пройти? Вот непонятно. Может, мы ее сейчас еще раз встретим? Я вообще думал, что мы вдвоем с этим чуваком. В какой бы вагон я ни зашел, он постоянно сидит и пялит в свой экран телефона. Вот, снова эта лупа. Ух ты, батюшки! А чё у вас так много, манекенчики? А можно я просто буду стоять? Я чё-то... У меня ноги-то не идут, не шевелятся. А позвоночный мозг отключился, все, ноги не идут. Ладно, походу придется идти. Через боль и страдания я иду. Давай назад посмотрим на всякий случай. Вроде пока все тихо, все хорошо. Любит разработчик издеваться над своими покупателями, да, над своими клиентами, фанатами. Он там, походу, вообще в эйфории находится от этого всего. Чуваки, а как так дверь закрыта? А как? И смотри, все места заняты.
Все места... То есть я не могу сесть. А если я к тебе близко подойду и попробую сесть? На коленочки к нему не сесть вообще никак, даже на голову. А тут можно вот эти двери открывать? Нет. Эти двери никак вообще. А что, мне только назад? Опа-на, я походу в западне. Я попал в западню. И как мне... Вот место есть! Свободное место, давай присядем. Давай присядем. Ну как, чуваки, дела? Что, все на работу едете, да? Вы на одно лицо как-то мне не по себе. У меня вообще нет лица. И я могу вертеть башкой на 360, так что я, походу, какая-то сова. Команд сова. По-французски забыл, что там дальше. Опа, смотри. А в отражении-то нифига их нету, этих манекенов. И сидит чел. Сидит чел, но вместо него манекены. Так, подожди, ну я же Дверь открылась, или мне кажется? Ну-ка. Реально дверь открылась. Мы прошли! Манекены исчезли, только чел сидит. Стой, подожди. Ты видишь, в отражении сидит другой чувак, у него рыжая прическа, или мне кажется? Вот тут, прям вот тут. Или это просто... Не, это просто так отражение искажает. Это вот этот чел. Ну... Я вообще все правильно делаю, как ты думаешь? Я даже еще ни один постер не запомнил, я без понятия. Они меняются или нет? А, все, что я знаю... Опа. Следующая станция уже другая. Так. Может мне опять присесть? Давай-ка я присяду. Потому что в прошлый раз мне это помогло с манекенами. Смотрим. Следующая остановка какая? Нет. Не помогло. То есть не приседать надо, да? 150 приседаний и 1000 отжиманий. Давай вперед. Нет, нам это никак не помогло вообще. Мы едем в следующую станцию, по всей видимости. Дверь закрылась. Ух ты, ёлки-палки! Чё за дичь? Можно я аккуратненько? Мама мия! Демоны! Демоны, проказники! Мне, походу, дальше проход никак, да? Ну, я сейчас попробую, конечно, вот так вот бочком. Оп-оп-оп. Вот так вот. Оп-оп-оп. Мать честная. Что за бесовшина здесь? Да хватит уже! Табло, покажи, какая следующая станция. Следующая станция. Ага. Ичигасаки. Хорошо. Если дверь открывается, давай. Эту дверь открывай. Где мы? Следующая станция какая? L2. Это какая? Нинозука. Что, мы прошли, что ли? Так, я понять не могу. Подожди. Если меняется станция, то мы проходим дальше или нет? Нинозука. Сейчас. Быстренько бежим. Посмотрим в следующем вагоне. Какая станция? L2. Нинозука. Нинка. Блин. Я так полагаю, что... Опа, дверь сломалась, походу. Была сейчас Нинозука, уже два вагона, получается. Мы каждый вагон проходим, и меняется станция, правильно? Логика такая. С манекенами я сидел, и вроде как поменялась станция. Так, подожди. Вот проблема с дверью, да? А сейчас ее, кстати, уже нет. Ну, я на всякий случай сяду. Мне кажется, логика такая. Поскольку двери назад закрываются, и мы не можем обратно идти, то логично, что мы садимся, нас отпускает. Психодел отпускает, и мы можем идти дальше. Вот сейчас посмотрим, изменится ли станция или нет. Мы зашли. L3 уже, смотри, L3. Санза. Ага. Кажется, это работает. Логику я понял, да? Потому что обратно, смотри, дверь закрыта сейчас будет. Да, обратно мы вообще никак не можем. Даже несмотря на то, что мы не видели никакой аномалии еще, и есть ли она тут вообще, непонятно. Тихонечко проскакиваем. Идем дальше. Кстати, подожди, вот зрение, Zone Energy. Давай запомним хотя бы один плакат-то для приличия. Вода! Присесть, наверное, надо. Это тупо было. Надо было обратно бежать, хотя обратно двери по-любому были бы закрыты, да? Ну, сейчас, короче, попробуем.
Попробуем, если вдруг какая-то ситуация подобная случится, мы побежим обратно. Потому что до конца я бы, наверное, не добежал, мне так кажется. Стой, погоди. Проверяем. L0. Ага. Не зная китайского, я буду ориентироваться по L0, L1, L... Здесь опять L0. Значит, в той комнате была аномалия, скорее всего. Посмотрим, что будет дальше. Пробежимся. Следующее, что у нас тут? L0. Я предлагаю просто, знаешь что, садиться в каждой комнате. Нам это ничего не стоит. Это не возвращаться в обратную сторону в пешеход... Фу, блин, почему пешеходный-то? В подземном переходе. Так что это гораздо все проще. Вот мы встаем. Идем. Следующий свет. Don't not... Чего? Чего? Don't not get off. Типа не двигается опять та же. Не уходи. Не двигайся, не уходи. Туман-то какой. Не уходи. Ну как бы... Закрыто, как я не... Мы остановились, прикинь. Мы на какой-то платформе. Да, я выйду. Мне про... Вот там было написано «не выходи», но я выйду. А, мы в каком-то лесу. А в смысле он уехал? Почему я не слышал, как он уехал? Кукуда. L9. Вот это прикол. Я в какой-то глуши застрял один-одинёшенько. А где поезд-то? Зараза. А я прибегу в какой-нибудь... О-о-о, билет. Туман слишком много. И это значит, что я сейчас опять к платформе подойду, да? L9. Ага. Ну-ка, смотрим. Ну, точно. Началось! А приедет какой-нибудь другой поезд, пожалуйста. Так, хорошо, я пробегу еще вперед. Или лучше назад бежать, не знаю. Как-то же должно ресетнуться, меня же должно закинуть обратно в поезд. Или уже все, со мной все кончено, я потеряшка в этом мире галлюцинаций. Давай в обратную сторону. По крайней мере, стрелочки там. Хотя, я не знаю, это может быть иероглифы. Они показывают в эту сторону бежать. Типа, в Кукуду иди, он туда. Прям в Кукуда иди. О, достижение дали. Не могу пойти домой, не могу пойти домой, не могу уйти домой. Отличное достижение. Типа, намекаешь, что я здесь до конца. Стой, подожди, платформа с другой стороны. Что я здесь все, в этой бесконечности циклов. Все, капец. Ну, наверное, игру надо перезапускать. Тут. А как отсюда выбраться-то еще? Может, в другую сторону сюда куда-то побежать? Прикинь, а можно так? Я не знаю, куда я бегу. Здесь есть кто-нибудь? Мать честная, я заблудился, походу. Еще и туман этот. Я как ежик в тумане. Бегу, не знаю куда. Ну, по идее, я к рельсам должен выбежать же, да? Туман. Где рельс-то, елки-палки? Я уже очкую, я, походу, все. В рай улетел или в ад, я не знаю. О-о-о, столб. Столб, это хорошо. Это хороший признак. Так. Погоди. Вот тут платформа. А-а-а, ну все. Все ясно, все понятно. Короче, делаем ресет. Мы снова тут. В вагоне, слава богу. И куда-то едем. Даже не знаю, слава или не слава богу. Надеюсь, сейчас мы сможем пройти весь этот сложный путь. Только надо вот это вот. L0. Окей. Только надо следить и быть очень внимательным. Нет, туда я уже больше не пойду. Извольте. Извольте, нетушки. Так, знаешь что? L0. Мы не будем сейчас садиться. Надо просто проверить, тактика рабочая это или нет. L1? L1. Ага. Допустим. То есть садиться не обязательно, я так понял. Ух ты, елки-палки. Чувак, что с тобой? Что с твоим лицом? Мать честная, да что ты так подскакиваешь-то ко мне, а? Чижик-пыжик лысенький, с проплешенькой в башке.
Зачем ты так ко мне подскочил? А что мне делать-то было? Я бы его там не прошел, прям посередине стоял. Обратно я бы не ушел. Ну, кстати, надо попробовать. Я еще толком-то и не пробовал, когда вот такие вот ситуации. Бежать обратно. Так, вот, стоп. Дайте я обратно пойду. Нет, закрыто. Свет выключился. Я не буду смотреть туда. Я боюсь девочку. Но вроде бы, если я не двигаюсь, она мне ничего не делает. А если я буду задом идти? Давай я вот так вот задом сейчас пойду. Вот так вот. А, она спереди появилась! Прикол. То есть, ну тут тема не работает, что если ты не смотришь на галлюцинации, на аномалии, то они тебя не трогают. Нет, так это не работает. О, постер только что у меня перед глазами приклеился сюда. Ну, допустим. Какая станция? L0. Ага. Ага. Постер явно намекает с лупой, что нужно что-то тут смотреть, когда он висит. L0. Ясно. Мы... О, знакомая темка. Можно отсюда выскочить. Но нет. Мы уже проходили это. Я пойду дальше. А, дальше ты не пойдешь. Дальше ты не пойдешь. Сразу туман обволакивает мои ляжечки. Я тогда, пожалуй, посижу, хорошо? Я посижу, подожду, пока поезд дальше поедет. Я же могу так сделать? Хорошо сидим, старикан, да? Ну все, я посидел, можно я пойду? Я не хочу выходить. Твою налево. Все, поехали! Слава тебе, Господи. Фух. L0 было только что на табло. А как пройти-то? Во, дверь открылась. Ништяк. Они как-то двери эти... На, обратно уже все. Что ж тебе? Двери эти как-то самопроизвольно открываются, закрываются, когда хотят. L1, все, мы едем к следующей станции. Логично, да? Логично. Мы только что были на одной станции, теперь едем на другую. Все просто. Так и должно быть. L1 до сих пор, да? L1. Ага. Вот, чувак с лупой. Типа, здесь какая-то есть аномалия, приглядись, наверное. А толку, что я пригляжусь? Ну, есть аномалия. Я просто посижу, пердак свой погрею, да пойду дальше. Я думаю, так. L3 сейчас должно быть. Нет, сбросилось. Может, не надо было мне садиться? Если я сел, я все сбросил нафиг. О, надпись какая-то. Так, подожди. Видишь, восьмерка перевернутая, бесконечность обозначает. 8, 9, 4. Что-то я не въезжаю. Это ж... Мне нужно сейчас вперед пройти. 8 туда, 9 назад. А назад-то мы не можем идти. Типа надо вот так вот, хоп, хоп, хоп. Вот так вот сделать. Вот смотри, сейчас 0 идет. Я не сажусь, мы идем в следующий. Ага, дверь закрыта. Давай присядем, может тогда дверь откроется. Посмотрим. Дверь откройся, пожалуйста. Дверка. Ага, я понял. Значит, нам, наверное, нужно выполнить вот это действие с дверью. Восьмерка. Мы уже потыркали дверь, да? Теперь сюда потыркаем ее. Нет. И теперь сюда. Нет. А как нам быть-то теперь? 8, 9, 4. Давай еще раз посидим, подумаем, подраскинем своими мозгами. Может, прямо напротив сесть? А что тебе это даст? 4. Может быть, по 8? Подожди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь бежим обратно. Там 9, да, надо будет? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 4. 1, 2, 3, 4. Точно! Прикинь, сработало. Ну хорошо. Хорошо. Станция следующая, что у нас? L1. Ага. Бежим вперед. Бежим вперед. Не сбросилось? Нет, все хорошо. Никаких аномалий здесь нету, чувак сидит. Все вроде бы ок.
С ним вроде бы ок. Следующая. Дверка с вагоном L1. Продолжаем. Вот. Есть какая-то лупа. Лупа. Мы в этот раз просто проходим ее. Просто проходим. Эльно, сбросились. Сбросились. Значит, нужно что-то делать. Когда постер висит, нужно что-то делать в вагоне. Что я... Я не понял. А почему дверь-то закрыта? Потому что чувак... А-а-а! Мама меня! Нет, не трогай меня. Я сажусь. Он все равно мне втащил. Недоброжелательный. Он и в переходе-то был не очень-то приветливый. Приветливый. Ага, я понял. Причем... Ёлки-палки, не хухы-мухы. Идите-колотить. Ой, какая грязная рука-то. Смотри, под ногтями землище. Дверь открылась. Батюшки, да хватит уже. Завязывай. Ногти лучше почисть. Офигеть, вот это ручка. Не, чувак. Я знаю, что обратно дверь не откроется, поэтому я просто посижу. Хорошо? Я посижу вот так вот аккуратненько. Лампочка что-то фурычит. Как мне быть? Поближе к тебе подойти? Откройте дверь! Дайте мне отсюда выйти! Может, мне как-то так? Давай, садись здесь. Я потихонечку буду к нему подкрадываться. Совсем тихонечко подкрадусь. Вот так вот сяду. То-то-то. А что написано? Не смотри! Не смотри! Хорошо, я не буду смотреть, я бочком. Да бочком. Вот для чего электрическое табло. Мы прошли его? Я его тут не вижу. Я его не вижу. Ух! Нас пронесло. На табло... На табло подсказки, оказывается. А я думал, я один тут в вагончике. А вас тут дофига. И учитывая, что их глючит, мне их лучше не касаться. А то я тоже заглючу, да? Я тихонечко вот так вот. Оп. 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 Вот так вот попочками. Потерлись чуть-чуть с девушкой. Ну, я прошел мимо нее. Нифига себе, вас штырит. Это люди бесконечности, они тоже застряли здесь. Но, по крайней мере, мы их прошли. Мы их прошли, L3. Шикарно. L3 это очень здорово. Это максимум, докуда я доходил, по-моему. Сейчас, если все сбросится... Что написано на табло? Я не вижу. Don't look away. Ага. Короче, надо было от нее не отводить взгляд, а я наоборот сделал. Ой, блин. Все, соберись. Надо быть очень внимательным. Короче, появилась опять эта фигня. И я предлагаю почитать, что тут написано. Не переходите в следующую машину. Ну, это, наверное, следующий вагон. Пока аномалия не исчезнет в этом вагоне. Здесь есть аномалия? А где она? А как? Аномалия, а ты где? Ты где? Чувак, ты видел аномалию? Можно я с тобой присяду, подожду? Подожду, где аномалия-то может быть? На голове вроде у тебя нет аномалий. Где здесь может быть аномалия? Ну слушай, я не знаю, у нас все равно L0, мы как бы сначала начали, поэтому... Возможно, она уже исчезла. Давай перейдем. L0. Понятно. Она тогда там не исчезла. Видимо, нужно что-то как-то с ней повзаимодействовать, чтобы она убыла куда-то. Дверь закрыта. Чел исчез. Ага. Он вон стоит. Будет какая-нибудь подсказка? Я просто посижу, короче, и... Нет, я туда не пойду. Зараза, он там стоит и смотрит, просто пялит на меня. Сколько мне здесь сидеть нужно вообще? Откройте, пожалуйста, дверь.
Я вижу, что ты там стоишь. Нет, я тебе... Нет, нет. Ну, вот тут поближе стану, чтобы... Точнее, сяду, чтобы мне видеть тебя. Исчез ты, не исчез оттуда. Долго ты вообще собираешься смотреть на меня? А может, мне на его место сесть? Слушай. Дай-ка я попробую. Я же сел на его место. Нет, я еще не на его место. Я слышу, как он бежит! Я услышал звук открывания дверей. Я так полагаю, когда он бежит, мне нужно от него убегать в другую сторону и выбегать в другой вагон. Так что в следующий раз я это сделаю. Чувак, все в порядке? У него башки нет. А что у тебя между ног? Почему у тебя как-то так странно штырит? Можно я тут постою? Ты ко мне не подойдешь же, если я тут буду стоять? О, как у тебя интересно, там что в футболке происходит? Черные пятнышки какие-то. Интересно, интересно. Ходячее тело без башки. Но тем не менее, мы его прошли. Валим отсюда. О, и тело исчезло, и чувак снова сидит. На своей попе ровно. Хорошо. Следующий вагон. Следующий вагон. Тут что-нибудь у нас происходит, нет? Мне просто кажется, что здесь аномалии не совсем как-то связаны с постерами, и на них вообще внимания не нужно. Вот, вот здесь нам уже говорят. Здесь нам уже говорят, типа, есть аномалия. Подожди, пока она пройдет. А как? А как, мне просто посидеть нужно или что? Где эта аномалия? Как мне с ней взаимодействовать-то? О! Я нашел аномалию, слушай. Я нашел ее. Вот она. Мальчик с девочкой. Мальчик красный, девочка синяя. Я на нее обращал внимание, когда сидел рядом с этим чуваком. А тут увидел, что она изменилась. Все. Аномалия прошла. То есть с постерами тоже завязка имеется, да? Как и с... Воу-воу-воу-воу-воу. Надо бежать, наверное. Надо бежать. Или присесть. Нифига себе, меня как обратно откинуло. Наверное, надо было присесть. Ну, тем не менее, я сейчас пройду и посмотрю, и узнаю. L3! Мы идем дальше. Неплохо. Я думал, что меня сейчас как назад откинет и в самый конец, в L0. Мне теперь кажется, что поезд вечно под наклоном идет. Здесь ничего такого нету случайно? Постеры давай глянем. Да не-не-не. Постеры обычно, если меняются, то наклейка на двери появляется. Что надо бы подождать. L3, все хорошо. Дверь открыта? Смотри-ка, дверь открыта. Дверь открыта. Я к ней под... А, тут невидимка была, которая меня... Ну все, она просто меня откинула, я ударился башкой и потерял сознание. Да. Мне тут больше нравится, чем ходить по подземному переходу. Это аномалия. Это аномалия. Надо, наверное, посидеть, подождать, да? Давай посидим, подождем, пока она исчезнет. Посидим, попердим. Слава богу, тут никого больше нету. А долго вообще ждать, пока вот это вот все перестанет качаться и дальше качается? Ну, прекращайте, хватит уже качаться. По башке мне бьет ручка от метро. L1, но свет моргает. Ой, как моргает, мне это не очень нравится. Садимся, я перебздел. Я обосрался. Спокойно. Мне кажется, во мне нет стекла. Я успел спрятаться вот за этой штукой. Черт, я теперь хожу, стекло, смотри, как трескается под моими ногами. Ну, я думаю, все нормально, да? Я думаю, что все. Все ок. L2, да. Все ок. Все хорошо. Следующий вагон. О! Вот. Что написано? Не двигайся из... Брихт. Ладно. Короче, сейчас свет погаснет, и я буду бежать. Точно. Я так и знал. Я просто неправильно прочитал.
Так, и что, если я к ней подойду, она все равно у двери стоит, она же меня сейчас это... захавает. Это игра в кальмара, да, когда зеленый и красный свет. Типа зеленый беги, красный... красный стой. Ну, башка куклы, когда поворачивалась, то все, капец. Песенка поет, песенка не поет. Ну да, реально, игра в кальмара какая-то. Причем девочка не 3D-шная, а картинка 2D-шная. Она даже не шевелится. Девочка, можно я пройду? Я почти к ней подобрался. Фух, фух, мы сделали это наконец-то. Наконец-то. L3, мы снова в L3. То самое место, откуда тяжело выбраться. Так, 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 так. Пока L3, все чудесно. Я бегу на скорости вперед. И надеюсь, я уйду. Опа. Не смотри назад. Хорошо, я не буду смотреть назад. Я просто иду вперед. Ой, как страшно, там звуки всякие. Там капец. Я знаю, что вот это электротабло, оно всегда выручает, поэтому я не буду смотреть назад. Там. Так, а вот с этой штукой что делать? На нее надо смотреть. Так, а в темноте? Я так полагаю, что нужно. Я пробежать? Тихо, 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 тихо. Выходим. Фух, фух, фух. Кто-то кричит. И тут что-то написано. Не открывай дверь. Ага, там кто-то кричит явно, он застрял. Ему надо помочь, но написано, что типа не открывай. Я не буду это делать. Я просто посижу и буду слушать его крики, стоны и просьбы открыть дверь. Ну, табло пока что меня никогда не подводило. Только один... О! Все, там появился свет, и темнота исчезла. Ладно. Короче, табло меня ни разу не подводило. Один раз меня... Точнее, один раз, когда я решил не слушать табло и вышел, это была жопа. Слушай, мы уже на L6. Мы двигаемся прям хорошо. Очень хорошо. Поэтому лучше слушать табло и двигаться по его предсказаниям. Подсказкам, уговорам, уловкам. Ну, уловки у табло уловок нет, на самом деле. Уловки есть у этого чувака, плешивого. Ну, вроде пока все спокойно, слушай. Пока все хорошо. L6, все. Мы идем спокойно. Из вагона в вагон. На релаксе, на расслабухе. Дверь закрыта. Чел исчез. Так, вот эту аномалию я вообще... А! Бежать, бежать от него. Надо подойти и бежать. Давай. Выходи, выходи. Давай же. Все, бежим, 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 бежим. Да, точно. Именно так и надо было проходить этот уровень. Все понятно. L7? Правильно же, L7. Фух. Фух. Все пока успешно. Успешный успех. Ага, здесь есть аномалия. Нужно ее найти. Постер этот нормальный. Здесь все ок. Динамен, я его помню. Здесь все ок. Вот это я не помню. Я вообще табло, постеры не запоминал. Надо ко всем подходить вблизи. Если что-то будет не так, они как бы завибрируют, заглючатся и станут нормальными. Но вроде бы... Ну, вроде бы здесь все... О! Нашел его! Давай, аномалия, проходи. Все, ништяк, постер исчез, можно идти дальше. Точнее, постер на двери был. Он исчез, мы в L8. L8. Ой, ёлки-палки, ты не снимай меня, я не давал тебе разрешения, я тебе сейчас в носяру дам. А как мне быть? А как мне быть? Давай я напротив него сяду, чтобы ему удобнее снимать было. Может, ты прекратишь? Ну, прекрати, пожалуйста. А, кстати, в отражении он тоже снимает? Да, я посмотрю. А, в отражении он сидит. И как мне быть? Мне нужно от него как-то спрятаться? Или встать так, чтобы он меня не смог снимать?
Блин, ну это нехорошо, конечно. Нехорошо. Может, на него не смотреть? Ой, не ту кнопочку нажал. Как его пройти? Сейчас будет обидно, что на L8 я просру. Я так далеко зашел и... Ну, пойдем. Сейчас, наверное, все сбросится. Так. Дверь не закрывается, пока я не открою вот эту дверь. Все, туда мы уже не пройдем. Стой. Ничего не сбросилось. Кругом свет. Белый свет, L8. Мы дальше сможем пройти? Нет, закрыто. На табло что? Хачибан. Хачибан, хачибан. Выходить или как? Давай выйдем. Сошел с поезда. И все, я прошел игру? Серьезно? Офигенно, я прошел игру. Но на этот раз было быстрее. Ну давай титры сейчас посмотрим, что вообще там дальше, как вы. Это точно конец или это стёб какой-то? Да ладно! Мы снова в поезде и едем на платформу 10. Аномалия 10. Ну, хорошо. Только в этот раз мы стоим прям... Мы не сидели, мы стояли напротив двери, что должны были выйти. Аномалия 10. Если мы сейчас отсюда уйдем, то как бы... А, дверь закрылась. Аномалия 10. Мы отсюда вообще можем выйти? Как бы с этой аномалией? Ха. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да блин! Да блин! Открытая дверь была, ну почему ты? Аномалия... Чекпоинт, что ли, есть? Слава богу, слушай, тут походу чекпоинт есть. Так, где... Девочка, а как? Я стою. Найди меня. Девочка спряталась, и мне нужно ее найти. Скорее всего, она где-то в постерах. Или, может быть, она где-то... Где-то... А, вот, я тебя нашел. Привет. Теперь можно идти. Это 10-я аномалия была? Или что? Бежим, 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 бежим. Вода, 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 вода. Да, надо просто бежать. От воды и вперед, и больше, ну, никуда. Назад дверь закрыта, сесть нам не помогло в прошлый раз, поэтому... Какая это аномалия? 8... А, теперь нужно 10 аномалий пройти. Вон оно что, отчет в обратную сторону пошел. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Так, вот это что... А, нет, это было. Японский горновой. Двери нету, смотри. Но тут открыто. На табло подсказок больше нет. Ты можешь... Ух ты, елки, там человек дрыгается. Мы туда точно не пойдем. Здесь что? Здесь тоже дрыгается. Ну, единственное, это вот, вот сюда. Тут ничего не дрыгается вроде бы. И откуда у меня вообще фонарик есть? Наверное, с телефона, да? Мы вышли. Мы вышли с этой аномалии. Обалдеть. Это какая была? Ага, все, 7-я. Следующая будет 6-я аномалия. Пока идем. Пока. Аномалия в постерах. Ищем. Ищем, ищем эти аномалии. Так, так, так. Пока вроде ничего такого подозрительного на верхних постерах. Опа! Око, которое следило за мной. Это была 6-я аномалия. Идем искать 5-ю. 5-я. Нифига себе. Он следит за мной, нет? Он за мной следит. Чувак, а как ты там лежишь? Там еще лысая башка. Тут тоже глаза.
ухо. А что мне с этим делать? Это что за битва титанов? Титаны меня сейчас сожрут нафиг? Дай-ка я посижу просто чисто на дорожку. Блин, а тут глаз стрёмно как-то. Не надо так пугать меня. Ну, других выходов как бы нету. Просто идем вперед. Спокойно идем вперед. Пятая аномалия. Ага. Так, что-то здесь от нас прятали. Давай смотреть по постерам. Пока что вроде ничего. Мне показалось ли, вон там женщина с волосами, что-то у нее... Да не, все, ок тут. Пока ничего не вижу. Значит, аномалия в другой стороне, где-то здесь. Или, может быть, у чувака? О-о-о-о. Все, кажись, аномалия, все. Можно идти. Ну, по крайней мере, свет, когда гасит, вся, и потом включается. Да, аномалию мы прошли, но я даже не увидел, какая она была. Еще есть аномалия здесь, где-то на постерах или еще что. Сейчас мы ее быстренько выявим. Здесь точно нету. О! Вот она, аномалия. Ну, ты меня напугала, немножечко напугала. Но так как она была за стеклом, и стекло не разбил, здесь просто нужно на тебя смотреть. В прошлый раз я лоханулся, но и в этот раз я буду на тебя смотреть. Так. Прошли. Вторая аномалия. Здесь, наверное, ничего нету. Ничего такого. Это, видимо, нам игра... Красный свет. Красный свет. И что нам с ним делать, с этим красным светом? Просто идти дальше? Я, конечно, попробую посидеть сейчас, просто успокоиться. Красный нагнетает, нервы шалят. Ничего страшного. Я думаю, от этого нет, от красного света. Да посидели на дорожку, пошли дальше. Дальше, ага. Да, короче, под конец игры, когда ты ее проходишь, нам просто показывают 10 аномалий, которые присущи в этой игре вообще. Последняя аномалия осталась. И она вот, дверь открыта. Смотри, дверь открыта. Это невидимка там стоит. Мы к ней не пойдем. Я посижу. Наверное, я посижу. Дверь закроется, и потом я пойду. Там точно невидимка стоит. Она меня должна откинуть. Как ее пройти, я вообще без понятия. Как быть с невидимкой? Это, наверное, самая сложная аномалия, последняя. Я и посидел, и посмотрел. Вот, слышишь? Давай я вот тут сяду. О, закрылась! Круто! Просто рядом надо было посидеть, и все. Ноль аномалий. Все аномалии были найдены. И мы приехали на какую-то платформу. Тут выходить надо или что? Точно выходить? Я сейчас попробую туда, дальше пробежу. Закрыто. Ладно. Мы вышли, и поезд, наверное, поезд уехал. И кругом тьма. Это была тупая идея, да, наверное? Но благо чекпоинт сработал. Мне просто было интересно, можно отсюда свалиться или нет. Как бы странно, что внизу нет рельс, просто темнота и все. Окей. Это хорошо, что есть чекпоинт. Это... Потому что если все началось бы сначала, я бы вырвал на себе волосы просто. Так, поезд уехал, все. Обратно мы не идем. Знакомое очень место, как будто я уже тут был. Но нет, это как в... Подожди. Офигеть, это очень напоминает выход номер 8, но обстановка другая. Дверь тут не откроется. А куда мне идти? Где выход? Он тут вообще есть? Присущ?
Налево или направо? Погоди, вон там стенка такая серенькая. Я сейчас туда чисто схожу ради интереса. Хотя и там тоже серенькая. Ну давай сюда налево сходим. Так. Да нет! Нет, это выход номер 8 начался. Вот это прикол. А-та-та-да, чувак. А, ну все, вот теперь... А, смотри, выход номер 8 достижения мне дали. Короче, ты приколяй. Это как «Звездные войны», блин. Вначале сняли 4-ю, 5-ю, 6-ю серию. Потом через 20 лет только сняли 1-ю и 3-ю серию. Тут то же самое. Вначале мы, короче, поиграли в выход номер 8. Проходит год, и разработчик выпускает то, что было перед выходом номер 8. То есть платформу номер 8 мы ехали вначале на поезде, а потом уже вышли на платформу и начали искать выход номер 8. Если тебе тоже понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить следующих роликов по другим играм. И, возможно, через год мы увидим еще какую-нибудь игру номер 8 от этого же разработчика. И узнаем, что было до того, как мы сели на поезд. В общем, все. С тебя лайкос, подписочка, и увидимся в новом ролике. Так что до встречи.